Японии эпохи Эдо у традиционной мужской одежды не было карманов. Личные вещи носили в маленьких коробочках, инро. Эдакий древний бумажник. Нас тут братвы теперь уже больше сотни. Ну и дело идет, вон дворец древний расчищаем, и стройку под горой замутили. Здесь от японцев грузоподъемники какие-то остались. Мы их починили, они сейчас работают, нормально, чё. Мать изгонит, типа, это все в честь императрицы Солнца, там на вроде египетских пирамид. Ну ясный пень, он просто тянет время. А вот эта суета вся эта, она для отвода глаз, братьям мозг, чтоб запудрить. Обряды, бури, мокруха, это все туфта.
Они возбухнут против него. Вот не сегодня они возбухнут, значит, завтра. А вот когда они возбухнут, тут рулить буду я. В общем, здесь полный бардак. Хотел спокойно уйти на пенсию, называется. Вот пусть только рот мне попадется на этом треклятом острове, получит в харю за то, что притащил нас сюда. А потом мы с ним перебьем всех этих свихнувшихся сукиных сынов, как в прежние времена. Только без старины Дики Крофта. Был бы он жив, захотел бы изучить этих ублюдков. Этот бесовский культ он нашел бы очаровательным. Может, хоть дочь его умнее будет и спрячется понадежней. Эти долбанные психи очень опасны, и я боюсь за девчонок. Алекс, Эми, да их тут живьем сожрут.
Обычно инро делали из дерева и покрывали лаком, но тут латунь. Вероятно, 19 век. Матиас поручил искать для братства пацанов, но чтоб сильные были там, особо не возникали, делали все, что скажут. Ну, дебилов, короче. Но если кто выступать начинает, ну, мы того сразу рабатываем по полной. С тёлками все сложнее. Тут Матиас сам решает, кого там в жертву принести, кого для обряда оставить. Ну, короче, дело темное. Вот обряды эти типа священные, не знаю. Некоторые из братвы реально начинают во все это верить. Так-то Борями здесь точняк что-то управляет, а ну, короче, никого отсюда не выпускает. Отец Матиас втирает, что это типа там дух императрицы Солнца, он напрямую там с ней баранит. Я за эту заяву ничего не скажу. Я не заморачиваюсь. Я выжить хочу.
Должно быть, это династия Юань. Может, это с пропавшего флота Кубла-хана? А нет, это подделка. Сделано в Китае. Еще одна жертва. Боже, зачем они это делают?
статуи императрицы Солнца. Это было священное место. Братья Солнца оскверняют древние руины, но и поклоняются здесь.
Статуэтка династии Мин. Похоже, подлинная. Ей некуда бежать! Смотри! Понял, она!